Всем привет! На канале новый влог. Едем на Малиновку. Нам пришло 2 холодильника. Мы решили не side-by-side покупать холодильник, а купить просто 2 встроенных холодильника. И будет, ну, как бы... Два холодильника, если даже два холодильника отдельно, и в ремонт холодильник останется, да, работать, пока тот будет, например, ремонтироваться. Вот, нам их доставили, еще духовой шкаф доставили, микроволновка где-то у нас еще в дороге. Все это нам надо. Вы спросите, для чего мы так рано все это заказываем? У этого всего индивидуальный размер. Холодильники могут отличаться размерами духовых шкафов, и там могут отличаться размерами. Да, и чтобы заказать кухню, нам нужны размеры. А даже если мы посмотрим по инструкции и закажем, а вдруг, когда придет время заказывать, их не будет. И будет тогда уже, ну, как бы, косякович. Кухня уже будет под них готовиться, под эту технику, которая вот у нас уже куплена. Да, поэтому нам надо распаковать это все, включить, проверить. Сейчас едем. А косякович, видишь, косякович? Микроволновка, например, пришла бракованная, ее еще поставщик отправил обратно на завод и заказал другую нам. А вот так закажи потом, она не придет, опять же, размеров нету, кухня застопаривается, никто не может начинать делать. И жди, пока придет микроволновка. Поэтому придет размеры все, померили, и все, и производство. Да, потому что в характеристиках указан размер фасада, который вешается на все на это. Дядя Коля помчал на своем комарике. Короче, мы едем проверять технику. Что, Соня, будешь сидеть? Дождь. Где дождь пошел? Точно дождь пошел. 24 часа в машине, это очень скучно. Да ладно. Так, вот один холодильник. Вот второй духовой шкаф. Короче, задача открыть так, но я не знаю, как у нас так получится этот стрейч так в натяжку здесь. В натяжку термо. Температуру высаживался, если этот еще может как делать. Ну, короче, или срезаем вообще, и просто потом пенопласт и купим стрейч. Ну, смотри, термо, если мы вот тут вот так вот рассечем, то потом мы как-то его и его оденем. Его и через него стрейч, да? Ну, дубль один. Потом пусть сразу будет запоминать. Да. Пойдем, сейчас откроем, включим. Ну как-то, ах, как мы проверим, идет холод, не идет. А может, где морозильник, может, да. Ну и комплектность тоже надо проверить, правильно? Слушайте, не рублевая вещь, надо убедиться, что целая и рабочая. Ну и мы уже ждем, вообще сильно-сильно, прям ждем уже наших гипсокартончиков, потому что сегодня у нас 2 августа. Они в начале августа обещали. Если уже они обманут, я уже буду искать, наверное, новых, потому что мне уже просто подвешивает уже это все. Кстати, говорили, какой-то есть Федор, который хорошо делает всем, да? Он лишь по ней тоже шло. Да и понятно. Я без дела. Опять же, его тоже надо будет ждать, я думаю. Кто-то сидел, приехал и ничего не делал, это плохой мастер какой-то. Это понятно. Так, ну, вроде Samsung, уже радует. Я думала, он будет такой просто как металлический, типа. Ну, белый металл, чего ты? Ну, ничего. Просто белый металл. Фризер. Ну, просто так. Управление. Так, все, это тоже разбираем, да? Дверь можно было открыть. Вот ножик. А там далеко, может, не надо было нам, лишь бы дверь открыть? Недолго он будет включенный. Закрытая. И единственное, что вот по духовому шкафу там может не быть вилки. Не быть чего? Вилки. Я читала в отзывах, что, ну, как бы, бывает такое, что не бывает вилки. Это у нас индукционная. Еще какая-то резинка вон сзади приклеена к нему. Уплотнительная. Ставится на него, потом, наверное, тоже. Наверное.
ну да, мы хотим, чтобы он открывался все-таки сайт by сайт, чтобы так пришел, открыл и смотришь. Там должна быть полочка для бутылок. Ура! Есть! Это, наверное, для раскладной, может, полки что-то. Он ранкует. Но он реально маленький. Вот если его один, он маленький. Ну, смотря на какую семью. На нашу конкретно маленькую. Ну, да. Вон, берем гарантийки надо доставать из него. А это вот морозилка. Так, морозилка два ящика и полка. Вон, полка, да, просто. Ну, лед вообще малюсенькая штучка для льда. 10 кубиков, 12 кубиков всего лишь. Ну ничего, вот эти полки нужно делать. Ну, встраиваемые холодильники все есть. Я смотрела, у Коли с Оксаной тоже у них так вот. Ну, он не глубокий и поуже, чем. Ну, хотя нормальный, нормальный. Да, вон фреш-зон, видишь, для колбасы, да, для курицы. Мясо, да. И для овощей. Это для кухонщика. Да. Ну, читай, гарантийный талон. Ну, ты пока все, достань да, и положи. Да, гарантий карт. Нет, так только это и надо будет. Да. Включи карт. Пока мы сюда. Сюда. Внизу оно. Ну. Включаем его в родную розетку, в которую он будет включаться. Да? Она же там или нет? Да, там. Да. Техника в руках обезьяны. 3B. Да, это вообще написано, что они очень тихие. Угу. Вот смотри, управление холодильником. Это в фаренгейтах, это в цельсиях, видишь? Выбираешь режим, сколько градусов, до какой температуры будет опускаться. А это в фаренгейтах и в цельсиях морозильник. Видишь, минус 23 даже градуса он может морозить. Это минус 23 фаренгейта, значит. Минус 23 градуса Цельсия, это минус 8 по фаренгейту. Да? Да. Видишь? Так сильно? Да, прикинь. А теперь откроет дверь, запикает. Она будет подождать. Что, свет есть. Запах нового. Пластик? Да. Я думаю, это это накладка, наверное, какая-то вот на этот. Да. Нормально все. Вот это писали тоже в отзывах, читала, что для яиц мало. Да, 6. Хорошенькие такие. Мне нравится. Уже новенькая что-то. Так, ладно, уже потом уже духовку вам покажем, а это тоже смысл показывать то же самое. С холодильниками все в порядке. Теперь открываем духовой шкаф. Да, холодильник. Духовой шкаф и микроволновку мы выбрали фирмы Whirlpool. Был комплект стройки. Красивенький. Поэтому остановились на этом производителе. Микроволновка тоже очень красивая. Но ее включать что? Будем включать розетку? Ну, так как если мы включим розетку, она же не обязательно греется. Хотя бы проверим свет. Нет, лампочки загорелись. Да, да, да. Чисто черное я не хотела. И чисто серебро я не хотела. Белое тоже ни к чему, потому что мы решили делать
Нет, туда. Нет. Я могу так засунуть, но. Не, не надо лучше. Давай просто хотя бы посмотрим. Белая тоже нам ни к чему, потому что мы кухню хотим серую. Вот. И поэтому а тут черная с серебром. У нас дома круглая ручка, да? Должно быть тройное стекло, я читала в отзывах. Здесь все сенсорное уже, без всяких крутилок. Нет документов. Может быть, там среди этих. Ну что, я была права? Да, тут их против меня, но бумаг тут капитальная, как больше, чем на холодильник. Макулатура. 5 лет бесплатной гарантии на вентилятор, на мотор вентилятора. И 10. Гратис. 10 месяцев гратис. Ну, это, короче, видишь, у них, может, там за границей после поддержки регистрируешься. Кстати, Вирпул — это Италия, по-моему, да? И, кстати, вот этот именно сделанный в Италии, а не... Да, и перевезенный, как много техники, сейчас даже Bosch делается так. Ну, это еще вопрос. Ну, по крайней мере. Мы же спрашивали у людей, которые ремонтами занимаются, они нам рассказывали. Угу. Есть нюансы. Не каждая техника в нашей стране привезена. С той стороны, скажем, где бренд-производитель, а делается. Здесь, кстати, 55, по-моему, встроенных программ. Видишь, даже программа сердечки. Любимая программа. Ты будешь любить, что... Или мне надо запрограммировать, а потом просто одним нажатием и... Точно так же выглядит микроволновка, только меньше. Ну, будем ждать через 10 дней. Да, все. Так, а еще мы все никак не можем забрать заказ, да, с интернет-магазина. Там мальчишкам Пола. Да что там хомякам, червяки? Черви разбежались. Мальчишкам Пола в школу. Короче, поедем сейчас еще померяем. Главное, чтобы подошло. Ну что, долго? Уже последний месяц, да, или вообще, это? Уже меньше месяца осталось до школы. Да, так что поедем. Да, лето пролетело. Вы в печали, вы читайте в печали. Что-то Федор получил какой-то... А ну-ка, палец из носа. Заряд энергии. Наверное, дедушка бабушка чем-то накормила его вкусненьким. Сегодня мальчишек привели в бильярд, им будут показывать, как правильно учить. Такой у нас сегодня мини-экскурсия. Хорошо, иди стой. Федор, ты наблюдай только, хорошо? Пальчики вот так вот, пальчики держат. Потому что может пальчики выбор. И будем потом растить синий ноготь. Я тоже буду. Хорошо, ты смотри пока, хорошо? Один будет бить в эту голову, другой в
Ох, Ярославка, салат. Будешь баловаться, сейчас пойдешь на улицу. Молодец. Делай так, как тебя учили. Понял? Очень, между прочим, интересно. Не мешай. Я почему не подниму сейчас? Потому что ты не в ту точку бьешь. Ты бьешь вниз. Почти молодец. Старайся. Ух, молодец. Федор, слезь, пожалуйста. Молодец. Молодец. Федор тоже решил поиграть. Да, Федор? Давай. Давай. Почти молодец. Молодец. Главное, полотно не порвать. Очень близко к руле, это сам умеешь? Ты молодец. Сам, а потом ты поешь. Федор, пока посмотри. Подожди, Арсений себе ставит. Вот это молодец. Бросаем футбол. Федор, отдай, пожалуйста, Арсению. Нет, первым взял Арсений. О, молодец, пошел. Ты чуть помолчишь, хорошо? Все, я забыла. В разных ракурсах. Подожди, Федор. Короче, Гошан уже вообще валит, что дурной.
Сколько ты там сидишь? Надо было дома кушать. О, и Арсений почти попал. Молодцы. Ну что, заканчивается наша обучающая игра. Сколько учебников? Так это и схемы. Проверять или помнить?